культуру должно приобрести, потому что вы же понимаете, что у нас дети смотрят телевизор, и то, что дети слышат на некоторых каналах, я там не могу называть конкретные каналы, но то, что дети слышат, когда начинают пикать или когда начинают что-то говорить, дети это запоминают и потом начинают разговаривать. И на вопрос тех же учителей или там чужих родителей, где ваш ребенок это услышал, сказать дома он не может, он скажет, я услышал это по телевизору. Вот это получается вопрос. Либо мы детям не показываем телевизор, либо мы его выключаем, либо мы показываем только определенные каналы, либо определенные программы, что тоже является крайне сложно для многих родителей, которые много заняты, много работают, получается крайне сложно. Поэтому тогда получается, мы вообще детям не должны показывать телевизор. Я считаю, что этот закон абсолютно правильный, и надо вообще вводить культуру общения с людьми, чтобы дети и родители умели извиняться. Мы же с вами не только телевизор смотрим, мы и по дороге ходим, но мы на машине ездим. И когда получается мат-перемат или гадость-перегадостью, то есть на этом дети учатся.